Перед просмотром данного видео хочу предоставить ваше внимание AliTools. Это ваш надежный помощник в онлайн покупках. Устанавливается всего в 2 клика, установка абсолютно бесплатна, друзья мои. Это надежный помощник, чтобы вас не обманули в онлайн покупках. Как это работает, сейчас покажу. Вот, устанавливаем данное приложение. Установилось, как вы видите, очень быстро. Вот. Но в чем фишка, я уже о нем рассказывал. Раньше оно работало с AliExpress. Теперь у нас появились новые магазины, то есть расширение расширилось. Обратите внимание, с какими онлайн-магазинами данное расширение работает. Вот, то есть самые топовые, которые хорошо продаются, которым вы в основном пользуетесь. Но обратим внимание на то, как оно работает. Я напомню, кто не в курсе. Итак, сейчас мы перейдем снова на AliExpress. Выбираем нашу тематику, это рыбалка. Ну, берем, допустим, сигнализаторы, поклевки электронные. Ну, как бы по нашей схеме. Вот. Открывается у нас данная панелька. Выбираем любые, неважно, можно эти выбрать, то есть можно немножко другие, то есть, ну, неважно, любые, какие нам понравятся больше всего, эти мы и выбираем. Давайте на вот эти вот нажмем. Вот, открылись. Нам производитель показывает или продавец, что была большая-большая скидка, они стоили 6 тысяч чем-то и 7 тысяч, то есть была скидка. Внизу, в левом углу, появляется у нас панелька. Итак, сейчас мы все проверим, на самом ли деле так все было. Нажимаем динамику цены, и мы видим, что на данный момент это максимальная цена, которая у них была. То есть скидка была на самом деле, но цена завышена. Теперь мы посмотрим рейтинг нашего продавца. Вот видите, как может быть. Нажимаем рейтинг продавца. Так, рейтинг высокий, 97%, продавец на площадке более 3 лет, 2% покупателей недовольных, это нормально. Товары продавца соответствуют описанию. Вот и все, то есть мы знаем все, мы единственное можем добавить в избранные данный товар, и нам данное приложение потом предоставит, если будет скидка, предоставит данную информацию. Итак, ребята, приложение очень простое, снова говорю, бесплатное, уже 2 миллиона пользователей данным приложением. Поэтому все полезные ссылочки, друзья мои, в описании. Ваш надежный помощник в онлайн-покупках AliTools. Ребята, всем здорова! Я рад вас приветствовать на канале Дневник Рыболова. И сегодня снова у нас рыбалка на флет. Постараемся немножко подловить рыбки. Погоняем сегодня карасика, попытаемся поймать карпика. Ну, что получится, я все, естественно, покажу. Еще раз приношу извинения, что так редко выходят видео на канале. Сейчас немножко туда-сюда, будет немножко видео выходить чаще. Все рубрики снова вернутся на канал. То есть нужно время. Итак, стараюсь. Решил выехать на пару часов. Погода сама по себе сегодня шикарная, в плане чего. Как бы тепло, но не печет солнце. Штиль, как я люблю. Еле-еле бриз какой-то такой есть, немножко идет по воде. Но в целом я люблю такую погоду. Что, возьмем фидер, возьмем кормушечку флет и начнем с вами рыбачить. Так что, что, ребята, поехали. Сейчас столик, сделаем прикормку, замутим. Возьмем фидер, может, на 2 буду ловить, не знаю. Посмотрим по ситуации. Сейчас промеряемся, поищем рыбку и туда будем забрасывать. Все, ребята, поехали заниматься рыбалкой. Все, погнали. Так, друзья мои, первое, что я сделаю, это я приготовлю прикормку. Сразу скажу, ароматика сегодня будет у нас шоколад. Сейчас немножко увлажню, совсем чуть-чуть. Перемешаю. Вот шоколад в миксе с прикормкой клубникой. Очень такой в тандеме получается интересный привкус, запах. Вот. Но хочу ее, хотя это будет и флет, здесь гейзерная прикормка присутствует, но я хочу ее утяжелить. То есть сама по себе гейзер, эти частицы будут всплывать. Ну, типа такой, знаете, мягкой макушатни, типа жвачки сделаем, чтобы кормушечка наша была. Мы знаем, что у нас меласса, она в основном как бы часто используется на реке, по одной простой причине. Утяжеляет прикормку. Вот мы сделаем точно такую прикормку, почти как на реку. Посмотрим, как рыбка будет на нее реагировать. Вот, вот так совсем чуть-чуть выльем.
Вот, будет липкая, вкусная. Ну, сама по себе меласса очень приятный аромат дает, ароматику. Плюс бетаин здесь. Посмотрим, как она себя проявит. Пока я поставлю один фидерок с пледом. Сейчас перемешаем. Вот вообще такой специфический, знаете, аромат шоколада с мелассой. Очень интересно. Вот экспериментальный вариант. Сейчас хорошо все перемешаю. Объем небольшой, так как флет, он по большому счету, расходник у него не особо большой. Вот. Ну, соответственно, сейчас еще прикормочка напьется водички. Вот так, отлично. Все тщательно перемешали. Такой притемненный цвет интересный получился прикормки. Все, оставляем ее просыхать. А тем временем будем пробивать сейчас дно. Смотреть глубины, искать рыбку. Пока у нас прикормка настаивается, сейчас соберем фидер, замерим точку, точно выберем, на которой мы будем работать. Вот, посмотрим, как пойдет. Заклипсуемся и попытаем счастье. Так, соберем катушечку. Оп. Собираем. Сейчас померяем две точки здесь. И вот так все удилище собрали. Будем делать промер. Сейчас привяжем диппер. Вот забросы подготовим. Сейчас мы смотрим. Ребята, погода просто шепчет. Я вам серьезно говорю. Узелок. Чик. Все отлично. Сейчас мы его включим. Проверим. Приложение чинь-чинь диппер. Посмотрим, ребят. Рыбка эту недельку так вяленько берется, честно говоря, не знаю причину, но плохо клюет очень. Посмотрим, как сегодня будет. Попытаемся пару рыбок все-таки поймать. Диппер отключен. Давай, ищи связь. Слишком мелко или слишком глубоко? Блин, плохо одно, ребята. Забыл. Как обычно, забыл этот самый крепление на удилище. Удобно очень. Ну ладно, я думаю, разберемся. Все, давайте сейчас заброс делаем. О, подальше. Отлично. Все, сейчас будем делать протяжку. Сейчас пусть включится, связь найдет. Так, все, пошла отметка. 3,40, 3,5, 3,7. Свал пошел. Угу. 4,3. Идет свал. На середине глубоко. Однако 4,7. Вижу рыбу. И вижу стайку. Вот это да. Ребята, если видно. Вот рыба покрупнее. Рыбка крупная, чувствительность маленькая. Это вокруг размыто, это мелочевка. То есть эти киложки уже. То есть рыбка как на центре стоит, получается. Ух ты, ё-моё. 5,2. На середине 5,2. И рыбы дофига. Так, стойки установлены. Возьмем кормушечку уже. Вот кормушка. Стандартная, на которую я ловлю постоянно. Колокольчики, естественно, при поклевке мы услышим. Ну, что у нас с прикормкой? Вода напилась водички. Вот лепится, в принципе, ну и разрушается хорошо. Все, берем бойлик. Скорее всего, я сейчас на другой поставлю. Также на рыбной, ну, на муке рыбной. Рыбная основа. Попробуем разные вкусы. Возьмем такие вот бойлики. Сейчас оденем на крючок. Одеваем покрупнее, это семерка. Так, есть. Все, делаем пирожное побольше. Вот, отлично. И прессуем. О, хорошо прессуется, прям клеится. Так, кнопочка. Оп. Ой, вкусняшка. Все, ребята, вся рыба наша. Так, ориентир у нас есть. Ориентир у нас это третий сектор.
Вот. Отлично. Все, мы заклипсованы. Оп. Все четко. Выпускаем. Так, натяжку сделали. Говорю, пока закорма не делаю. Если вдруг понадобится, если рыбка будет отказываться клевать, будет опять кормушечек отправлю с прикормкой в точку. Поменяю, может быть, насадку. То есть буду экспериментировать. Ну, надеюсь, пару рыбок мы поймаем. Ну, а пока у нас есть минут 10. Установим пока стулку. Ребята, перезаброс. Поклевок пока нет, но у нас все с вами еще впереди. Поэтому оп! Отлично. Так, ребят, уже выполнил где-то 6 забросов, наверное, с интервалом 7-8 минут. На рыбалке нахожусь уже где-то больше часа. Увидел только один разок кивочек, оп, отстрелила, все, пока тишина. Видите, вы говорите, в аквариуме ловить. Если она не клюет, ее сложно поймать. Если она не хочет брать насадку и прикормки не помогают, тогда это уже сложно. Вот, но ничего страшного, мы еще сделаем, наверное, забросов 5, точка закармится. Я знаю, в любом случае на эту прикормку рыбка должна подойти. И на вечернюю зорьку мы все-таки, может быть, хотя бы карася, но поймаем. Вот, вода шикарнейшая, ребята, погода просто шепчет. Сейчас я вам покажу, посмотрите. И как красота. Вообще супер. Так что истории по поводу того, что в аквариуме ловить, кидая, она клюет. Пример. Вот вам пример. Не клюет. Не знаю, сейчас попробую, может быть, поставить ванильные или медовые бойлики. И кукурузу, допустим. Ну почему, как вариант, в принципе, можно. Точно, мы сейчас зарядим кукурузу медовую. Попробуем с ней. Да, это идея, кстати. Все, делаем перезаброс снова. Так. Все, кукурузка
Видите, такого красного цвета с ярко выраженным запахом меда. В прошлом году себя неплохо она показала, кстати. Давайте будем пытаться. Также ориентир у нас последний сектор. Оп, отлично. Все. Так, ну все. Меня разозлила рыба. Все, классика жанра. Горох в оранжевом цвете. Работает везде и всегда. Блин. Все, сейчас будем делать перезаброс. Так, значит, берем в оранжевом цвете. Оп. Есть. Просыпаем. Ну что, заброс. Пирожное готово. Вот так вот оно выглядит. Сейчас еще дотюнингуем. Все, забросик, ребят. Блин, тракцион не затянут. Оп. Есть рыбка, ребята. Рыбка на крючке. О, кто там у нас? Кто? О, уже поддавлю. Тихо. Карась, ребята. Карасик. Довольно-таки неплохой. Сейчас мы аккуратно его возьмем. Вот так все. Он наш, на гороховый. Отлично. Карасиная рожа. Оп, ну как тебе? Красава. Антикор. Неплохой карасик. Ну, на бесклювие и карась рыба, да? Так, зато клевал, ребята, как монстр. Так, иди сюда. Иди в садочек пока. Такой на жарешку как раз в самый раз. Так, есть. Сейчас пока кинем его. Во. Не той стороной, пацаны. Сюда кинул. Оп. Все, пускай сидит. Так, трава. Ну, оставим этот же пойл. Будем заряжать снова. Так, ребята, у нас уже есть с вами первый карасик. Отлично, я доволен, честно сказать. Ну, правда, с рыбалкой сейчас немножко сложно. Но я думаю, у нас еще с вами-то минут 40 есть. Точку закормили, рыба на точке была. Поэтому я думаю, что все-таки поклевки будут. Вот, на самом деле, хочу сказать, хотелось бы, конечно, карпика поймать. Но, увы, пока еле-еле с трудом карасика выперли. И то пришлось менять насадки. Поставил гороховый, они на реках везде очень хорошо работают. Вот. Прикормка вот эта, которую я зарядил, она в принципе универсальна. Что на реке она работает, что на стоячке. Меласа, в принципе, она, да, больше для реки рассчитана, но ее сами ее вкусовые качества, вот, меласы. О, ребята, поклевка, секунду. Блин, экшн-камеру не взял. О, упирается, ребята. Уходит влево. О, уже повеселей. Есть. Сразу, ребята. Давай. Крыму, наверное, заводит. Ну, одно радует, ребят, что, не знаю, там батареи хватит или нет. Вот это рыбоклевка онлайн. Если даже ты карасик, ребят, я хочу вам сказать, что карасик должен быть зачетным. Вот и рыбалка, вечерняя зорька, классика жанра. Так он наш-то убил, так, а? Уже фракцион подмотать чуть.
сейчас я подмотаю фрикцион и чересчур отматываю. Так, есть на подходе. Ну ладно, сейчас вам так покажу его просто. О, хорошенький, ребят, хорошенький. Надо было подхватик взять. С травой, правда. О, ребят, вот это карась. Сейчас, сейчас. Ох, и карасище. Эй. Оп. Ах, отлично. Ребята, гляньте. Вот это красавец. Отличный карасик. Также на гороховый взялся, ребята. Также отцепись. Катыш все работает, травы дофига. Но тем не менее, прикормочку высасывает. В копилочку иди. Есть. Так, 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 мне это уже нравится. Хотел оставаться с ночевка. Если еще две рыбки поймаю на жареху, ребята, мне хватит. Все отлично. Делаем еще раз забросик. Так, заброс я выполнил. Надеюсь, еще на пару поклевок. Уже все, ну буквально солнышко уже спряталось там за горизонтом. Не знаю, как камера снимает. Но проснулась рыбка. Все, все работает. И прикормка сработала, и насадка. Надеюсь, еще на поклевок несколько. Это уже интересно. О, ребята. Это уже повеселее. Поклевочка. Судя по ударам, скорее всего, это... Ух, и повел, повел, ребята, гляньте, стучит. Да, фидер, конечно, отрабатывает на все, гляньте. Блин, мне мошки уже съели. Давай, давай, родной, давай. Угу. Давай, хороший. Молодец. Фракцион отпущен, но поэтому... О, хорошо, сейчас выкачаем его. Оп. Я немножко его отпускаю, пускай. Но если это карась, это, ребят, зачетный карась, скажу вам честно. О, увел. О, видите, разок? Есть. Карасик. Иди, 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 сюда, иди, иди. Иди, иди. Это карпик, ребят. Зеркалочка. Чуть-чуть, мы сейчас аккуратненько. Аккуратненько, ребята, карпик. Зеркалка. Ух. Тихо, тихо, тихо. Не буяй. Так, сейчас я. Ой-ой-ой, все, уже погрызли. Уже поздно, но все же. Нифига себе комаров. А-а-а. Все руки все покусали. А, злодеи. Тьфу, блин. Так, ладно, сейчас. Нарики. Блин, прикормку все рассыпал. Надо мыть в машине. Ого, не, это слишком. Сейчас на лобник возьмем. Раз, о, о, все отлично. Так, 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 еще у нас прикормка тут осталась, ерунда. Ну, в принципе, еще забросов на 10 будет прикормки. Видите, сэкономил прикормку, хотя приходилось забрасывать. Так, сейчас фонарик, кукурузка пока не работает. Ух ты, твою мать! Ой-о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 й. Вот это поклевка. Оп-о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 п. Сейчас подымем. Вот так. Ребята, пошел клев. За полчаса. О-хо-хо-хо, поддавливает. Поддавливает. Угу, есть, 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 есть. Есть, есть, есть рыбка. Кто там у нас? Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Нас... Оп, карпушка. Или карась, не пойму, сейчас глянем. Ох, ребята, 4 рыбки.
За полчаса, это хорошо. Все, солнышко полностью ушло. Не знаю, качество видео какое. Ладно, еще сидим. Ну, полчаса, часик до полного захода. Как потемнеет, так будем брать. Сейчас это все уберем. Микрофон, будем потихоньку собираться. Так, есть. Миласки много не уходит. Вот. Но тем не менее. Ух ты, ё-моё, ребята, колокольчики летели, а. Блин, а это кабан. Ребята, это уже киложка по-любому. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Давай-давай-давай, родной. Вот это уже чувствуем, мы боремся. Оп-оп-оп-оп. Да-да-да-да-да. Блин, не знаю, камера хоть включена, но сейчас на паузу. Включена, ребят, проверил. А то у меня обычно так бывает. Как только нормальная рыбка клюнет, или камеру не включу, или еще что-то. Ну-ну-ну, давай. Ой, красавчик. Ребята, фидер рулит. Уже фонарик врубил. А то вдруг флет меня не подводит. Вот одна удочка. Давай выкачиваем. Киложка по-любому. Такой тузик на киложку. Однозначно. Если да, можно уже рыбалку заканчивать почти. Блин, ну клюет, ребята, дугой. Стабильно вот 10 минут идет поклевка. О, вижу, вижу. Ух, твою. Уху. Ой-ой-ой-ой-ой. Это уже красавчик. Чу-чу-чу. Тихо, 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 тихо. Это уже кабанчик. Оп. Есть. Ху-ху-ху-ху-ху. Ой, птичка как поет. Ребята. Это уже нормально. Киложка по-любому. Ху-ху. Сейчас достанем его. Кабанчику. Кабанчик, ох, пузатенький. Капец, какой ты жирный. Ё-моё. Ребят, опять же заглотил. Ну где там? Где катыш? Клюнул, аж кормушка слетела. Ты где, где? Блин. Сейчас палочку свернем. Все. Красивый. Вообще красавчик. Красавчик. Чистенький какой. Вот такой. Вот такой я. Вот такой вот. Вон, вон она, ребята. Есть, есть, есть. Хорошенький, тоже хорошенький. Скорее всего, карпик. Или сазанчик. На бок. Давай, 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 давай. Сейчас мы тебя поднимем. Воздух, воздух. Так, тихо, тихо, сейчас мы тебя. Аккуратненько. И на бережок. О, хорошие ребята. Фу. Иди к другу своему. О. Так, еще, ребят, один забросик и все. Будем собираться. Там прикормки уже осталось на дне. Сейчас оденем катыш и будем, в принципе, заканчивать. Буду собираться пока. Так, соберем пока стулку. Отлично. Ну, ребят, с ночевкой поедем куда-нибудь на речку. Мне кажется, будет интересней. Вот, я, честно, думал остаться сегодня, потому что клюв был слабый. Сереж плохо-плохо клюет. Вот. Поэтому думал, останусь на чулку, я посижу. Ну, как видите, нашли мы ключик к рыбке. Все, собираем. Сейчас соберем столик. Прикормку отдадим рыбке. Так, что еще не забыть? Да, в принципе, все. Это ведерко. Пресс-форма нам не нужна. Так, все отлично. Микрофон. Все, ребят, собираюсь. Так, столик осталось собрать. Ух, и грязный. Надо протереть тряпочкой взять. Бляха, где? Ух ты! Ты шо?
Ни черта себе. Слетело. А, фракцион был затянут. Блин. Сорвал. Дай подзатянем. Блин, где колокольчик улетел. Видели, воду слетело нафиг. Не-не, без фанатизма. Развлекся. Так. Карпушка. Где-то 100% килошка. Не такой уж и большой. Так, идет. Так. Видите, ребят. Самое интересное. Можно, блин, 20 палок кинуть, да? Если вот как-то подход не нашел к рыбе, или рыба не клюет, неважно. А можно с одной палкой надергать рыбу, ё-моё. Да, где-то я час просидел, не спорю. Очень плохо было все, печально. Ну, вечерняя зорька. Есть рыбка, ребят. Есть карпик. Есть карпик. Иди сюда. Иди аккуратненько, мы тебя сейчас достанем. Давай без подхватика. Опа! Есть. Нет, все. Даже не забрасываю. Видите, лежит на берегу, не хочу. Иначе так можно не остановиться. Клюет. Собираем столик. Ладно, ребят. Значит, что, прогнозы какие? Немножко позже. Сейчас фильмы немножко задержками выходят. Ну, есть причины на то. Ну, скоро все будет по графику. 2 видоса в недельку, как раньше. Вот. Ну, чуть-чуть позже. Поэтому я надеюсь, вам понравилась рыбалка так же, как и мне. Не забываем ставить лайки, ребята. Это ваша помощь нашему каналу. Ну, а с нас, короче, с вас лайки, с нас видосики. Все, договорились. Всем пока, удачи и до встречи на водоемах.